и сказал, что у меня сердце. Не ругайся, модно. Я не ругаюсь, я на нем разговариваю. Батя, впереди вот эти все стоят, дебилы, и думают, что у меня сердце будет, а я боярышник там на работе хуярю. Где я работаю? Ильян Примус. Что это за боярышник? Ресторан. Эти, киргизская, французская. А вы не могли бы рассказать более конкретную информацию про Сталина? Про кого? Про Сталина. Про Сталина? Ну, насчет того, что вот вы говорили, недавно был вот, ну, футбольный матч на тему Бельгия-Россия, да, если не ошибаюсь? Бельгия-Россия будет. Будет, да? Что вы думаете об этом матче? Какие перспективы России? Чем я закончится, думаю. Чем начнется? Или, может, вообще не начнется? Опять ебать эту всю Европу напрочь. Да, ну мне бы я хотел бы задать вам более важный вопрос. С украинцами, блядь, вообще бошки отрезать мне предложил этот охранник ваш, который здесь сильно. Ну, про Сталина это как-то объединено у вас, да? Да откуда я знаю? Какой он украинец? Какой он хохол? Что ты не видел? О чем он говорит? Выключат. Он говорит, я поеду. Поеду, говорит, блядь, туда, в Донецк и начну бошки, блядь. Прямо будет отрезать бошки. Тебе говорит? Да. Вы немножко отвлеклись от темы. Можно задать вам вопрос? А что объединяет Гитлера, Сталина, Гитлера, Сталина, бельгийский футбол и Россию? С чего это такие предложения делают? Не, это не предложение. Да, его мысли. Это мысли вслух. Хороший ответ. Далеко, ну да, да. Неумные. Очень верный ответ. Очень верно, я тоже так считаю. Я опять посмотрел на нее. Нет, я один раз попробовал, а больше чё? Не буду. А что ж там было? Сырое тесто, блюдо, котлета. Нет. Это из кого? Из Сталина или из Брежнева? Какого Брежнева? Который с этими... Так вы за кого, я не понимаю. Вы сказали, что вы социалистическая групповая организация. Национал-демократическая. За лоху. Да, да, за лоху. Национал-демократическая партия. Да, вы хотели просто сказать то, что Гитлер отличается от Сталина и от Брежнева, да? Они разные люди. Брежнев рядом не стоял с теми великими людьми. А скидочку сделаете на Сталина? Мы вот хотим купить у вас запчасти. Скидку? Да легко. Легко. ИП Сталин. Вообще легко, ну доставка за счет, блядь, через крайний север. Легко, любая доставка. Так, а можно будет тогда разобраться в предложении? Роман хотел задать вам вопрос. Роман. Знаешь, что все видеосъемки запрещены законом? Да? По закону? Конечно. Ладно, что мне, прямо вот сразу вот так сделать? Алло, папарацци, давай сюда. Да лучше. Так. Так, рассказывайте. Мне вот насчет Сталина. Короче, Сталин. Ты слышал вчера? Он футбол играл вообще когда-нибудь, нет? Не, у Сталина, у его сына. Ты слышал вчера на допросе? Я думаю, если бы у него была сейчас команда, я думаю, мы бы первые были или последние? Генерал выбросился из окна. У Васьки. Это он что, как Абрамович, что ли, поехал? Этот Челси, а этот Динамо. Так, Динамо, значит, понятно. Динамо, значит, за Сталина, получается, за Динамо. Вперед, Динамо, мы в тебя верим. Не, ну, он, наверное, сын Сталина создал себе команду. А какие кричалки вы знаете про Сталина, про Динамо? Да не так, я не знаю. Вперед, я Сталин, мы с тобой? Я не футболист. Ну, давайте тогда сменим тему про Алоху. Ленин, Брежнев, Карвалин переехали весь мир. О. Это почти кричалка, да? Да. А можно вот так вот, когда, ну, мне бы хотелось вот больше вот про вашу социальную группу вот спросить. Там, как вы вот кричали, я когда вас на улице встретил, вы, из вас 20 человек было в майках Алоха, и вы кричали «Алоха! Алоха!» Это что это? Это... Мы три лоха или мы разведем как лоха? Ну, вы знаете... Не надо отвечать на свои вопросы. А вы можете задать нам третий вопрос? Все равно Роман не поймет. Я пойму и закончу съемку.
Скажи что-нибудь по-свойски. А, съемка, да. Пленка, что ли, у тебя заканчивается по парашу? Ну, хотелось бы просто... Ёбой нахуй тогда. А можно как-нибудь по-болгарски, ну, вот как-нибудь что-нибудь сказать такое, чтобы за душу взяло? Песню спеть. Песню? Ну, или видео привет кому-нибудь передать. Есть какие-нибудь близкие друзья? Киркоров говнюк. По-болгарски, я сказал. Да? Аллоха. А можете третий вопрос задать или нет? Я от вас прошу только третий вопрос чтобы задать.